Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Сейшелы прилетела Ольга Бузова. Она заменит Андрея Черкасова на посту ведущего. Она планирует вести сейшельские выпуски целых 2 недели. В ТНТ Клаб продолжается зрительское голосование на вылет. Большинство зрителей проголосовало против Маши Филипповой. Некоторые же считают, что девушка ни в чем не виновата. В отличие от Захарьяша, она никому ничего не должна. И не было бы Маши, Сергей изменил бы своей девушке с кем-нибудь другим. Проект покинула новенькая Александра Невская. «Я за искренность и за честность. Я за то, чтобы человек всегда оставался собой». Другой новенький участник Денис Ковалев переключился с Саши Черно на Катрин Литинскую. «Самому стыдно», пишет он, «но с ней интересней и так честнее». Как вы помните, Алексей Купин съездил с Сергеем Захарьяшем в клуб, хотя Майя Донцова была против. В итоге в паре был скандал, и Купин заявил о том, что не верит девушке, он с ней расстается, и они выходят из конкурса. Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев радуются свободе. В прямом эфире девушка рассказала о том, как их гнобило руководство проекта. «Все, что происходит под камерами, это постановка. Это такое дерьмище, — пишет она, — это такое дно. Я всю жизнь себе испортила из-за этого проекта. Я теперь в институт не могу заходить, на мне печать Дома-2». Ходят слухи о том, что Антон Гусев нашел себе новую пассию. Это девушка по имени Лилу. Недавно Антон стал заниматься сетевым бизнесом по продаже порошков для похудения. И новая возлюбленная Гусева стала его наставником в этом бизнесе. Внешне она очень похожа на Вику Романец. Вика Боня неожиданно стала скрывать лицо дочери на всех фотоснимках. Когда Анджелина вырастет, сама примет решение, хочет ли она быть узнаваемой. В сети появился кадр из видео, на котором Боню практически не узнать. Без фотошопа она выглядит не такой уж красавицей. Ольга Рапунцель дала очередной повод для насмешек. Недавно она поведала о желании накормить Диму фирменными пирожками, рецепт которых ей открыла родная бабушка. Правда, озвучивать его Рапунцель не стала, и теперь понятно почему. Судя по походу ребят в супермаркет, никакого секрета нет. Вместо яиц, молока и муки Ольга купила готовое тесто и с начинкой не стала заморачиваться, отдала предпочтение картошке и капусте. Поклонники раскритиковали новую пассию Александра Задойнова. Многие сочли девушку несимпатичной и похожей во многом на Элину Камирен. Дима Лукин в компании своего брата и мамочек Дома-2 продолжает отдыхать. Парни вместе с Мариной Тристановной и Ириной Михайловной ходили на футбольный матч. Глеб Жемчугов написал в своем микроблоге пост о том, что он стал безработным. Спустя время он удалил эту запись, но фанаты поняли, в чем дело. Скорее всего, Жемчугов уволился с караоке-клуба, потому что был уверен, что он скоро вернется на Дом-2. Но приглашение ему так и не поступило, и Жемчугов остался и без работы, и без проекта. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.